Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы, наверное, все-таки пойдем, в принципе, что нам сейчас нужно делать. Только прокачивать наших покемонов. Больше нам, если честно, ничего не остается. Давайте-ка опять, наверное, все-таки выключим. А то что-то эти шейдеры так лагать начали, смотрите. Без шейдеров какой пинг, а шейдерами намного меньше. Хотя раньше такой же был. То есть что-то нереально как-то. Ладно, давайте-ка мы, ребята, все-таки 38 раркенди, как мы говорили, нам, наверное, или еще нужно больше яблочек. Сейчас. Хотя так оно чё-то. Черизард, ты чё? Черизард. Короче, заглючил он чё-то. Чё-то за хрень? Вот ты Черизард лагучий. Ну ладно. Главное, чтобы вещи нормально там не поразлетались, не знаю куда. Вот охренеть заглючило прям. Охренеть, сколько тут вещей. Вот ты Черизард, конечно, дал. Так, давайте-ка мы сейчас вот это все поставим так, как должно хотя бы стоять. Все, нормально. Капут. Вот ты Черизард, а ну. Сейчас чё? Полетишь нормально, без лага всяких. Ну давай, лети. Ребята, идем мы опять за Снорлаксами. И, в принципе, нам же нужно прокачиваться дальше. Нашим, хотя бы вот этим четыре покемона нам нужно как минимум прокачать хотя бы до 45 уровня, как минимум. Но я не иду сейчас за Тим Диглитом, да ну нафиг. Пока мы туда дороемся. О, Черизард, да? Вот поздоровайся со своим братишкой, да? Или кто там он тебе? Да пофиг. Ну чё, Снорлаксы? Нету? Только лаги есть, как я вижу, да? Или нету? Ну, грузится как бы что-то такое, ребят. Так, это у нас там кто? Давайте сюда сейчас полетим. А, вот, её можно убить. Отлично. Ай. Вот так, отлично. Иви. О, там еще один боссик. Иви нужно прокачать. Ух! Тут смотрите, ребята, 1, 2, 3, 4, 5 алмазов. 5 алмазов выпало с одного покемона босса. Это нормально. Так. И Черизарду еще один уровень прокачали. Вообще отлично. Черизарду и Тентакруэли, то есть на 2 раркенди уже меньше нужно использовать. А это, ребята, нормально. Если бы ты еще не глючил, не... О! Только 47 уровень, немного ли? Давайте попытаемся словить, ребята. Главное, чтобы босс не пропал. Чтобы мы еще за тем Мэджикарпом слетали быстренько. Уже вроде на два раркенди нам меньше нужно использовать, так как мы прокачали еще 2 уровня Черизарду. Ну, как бы один уровень Черизарду, один Тентакруэлю. Отлично, ребята, Старраптор. Мы еще и его словили. Вообще отлично. Охренеть, что-то так. Есть такие места, где просто нереально как-то зависает. Я не знаю почему. Отлично. 1, 2, еще 3 алмаза. С двух боссов, ребята, у нас 8 алмазов. Это, в принципе, нормально. Так, что бы выкинуть? Вот на этом месте реально что-то оно тут глючит немного. Давайте вот так. Ай, нет, иди-ка ты сюда.
Чаризард и взлетай. Отлично, полетели. Харе глючит. Пожалуйста, харе уже глючит. Я не знаю, почему глючит, ребята. Это меня уже так бесит, что это сдуреть просто можно. Я уже не знаю, что делать с этими лагами, и хрен его знает. Уже не глючит. А только что так глючит. О, опять начинает. Твою ж мать, это не лаги, то есть Майнкрафта, это лаги, что оно так притормаживает. Вот так. Это вот реально бесит. А вот тут не глючит, возле нашего дома не глючит. Хрен его знает почему, честно. Не представляю, честно, почему. Так, ну ладно. Давайте-ка мы... Ой. Это сейчас мы все в сундуки поразложим, потому что уже, в принципе, места нету. Так. А, ну, когда я все выбрал, да, то... Вот так. Сюда мы это ставим и это. Больше вроде ничего. Сюда это. Вот это все. Отлично. И сюда мы ставим вот это. А вот эти все ресурсы, наверное, все-таки уже поставим туда. Точно, точно, точно. Давайте-ка, как мне говорили, попробуем, ребята, с ножницами. С ножницами добыть яблочко. То есть, обычно с ножницами, да. Можно попробовать, то есть... Вот эти как раз две штуки мы используем. Если за эти две штуки не выпадет как минимум там, ну не знаю, 5-10 яблок, то уже лучше на Снорлаксов идти. А если выпадет, то вообще офигенно. Пробуем, ребята. Ну, пока не выпало. Главное тоже вот эти деревья срубать, чтобы... Не оставались тут. Вот, диглет там. Так. Потому что, если деревья будут оставаться, будут... Будут не деревья, а уже вот только вот это. Без листвы это не очень так красиво, если у нас тут лес такой будет, да? Деревья. Ну. Чё-то оно как-то не очень. Ну, фиг его знает. То есть там уже почти вот это сломалось. Еще даже ни одно яблочко не выпало. Вот одно выпало, я видел. Вроде там где-то. Вот оно. Да, одно яблочко. Ну, не скажу, что много. Нет, ребята, мне кажется, что вот так еще, наверное, дольше будет, если честно. Плюс к тому мы еще и железо будем тратить на вот это, на ножницы. И плюс к тому, мне кажется, это просто нереально долго, так как, смотрите, одно яблоко выпало, а сколько мы уже срубили вот того всего. Так, ну что, Чаризард, давай. Еще хотя бы тебе по... О, Шайни, Шайни. Кто там Шайни? Диглет. Дайте-ка я соображу так. Не Диглет ли не случайно? Я там пауков слышу. Охренеть. Спиро. Ну, Спиро у нас есть, поэтому нет смысла. Где пауков слышу? Вот. У нас, ребята, не выживание, поэтому можно и так. Больше нам, в принципе, ничего не нужно. Так, ну что? Чем мы тут можем сжечь, точнее, чтобы нам не мешало? Это. И это. Отлично. Так. Фух.
через Ardu 9 Integroily 12. Это очень много, то есть нам еще нереально, ребят, сколько нужно прокачать. Виви уже 192 счастья, нормально. Так. Сюда вот это можем положить, вот это я не знаю что. Ну, шапка, наверное, да, какая-то, но ее еще у нас нету. А, так, это у нас кто? Глум. Во, тебя тоже можно убить. Давай. Есть у меня еще одна идейка по поводу этих яблок. Я думаю, она, в принципе, такая нормальная. Смотрите, например, возьмем 20 яблок, да? Давайте как-то сделаем так, что мы их сможем удвоить в два раза. То есть, чтобы не покупать яблоко в магазине, да, потому что я уже говорил, если мы будем их покупать, то это будет... Ух ты, 1, 2, 3, 4. Ну, вот эти, я не знаю, что... Ну, нормально так. Если мы будем покупать яблоко в магазине, то это будет очень все долго, ребята. Я уже говорил, почему... Наоборот, все очень быстро, то есть мы просто будем качать всех с помощью яблок. А вот так давайте я... Смотрите, что я хочу. Берем 20 яблок. То есть как-то мы находим 20 яблок. Потом ставим в магазине такую цену. Даешь 20 яблок и даешь 20 алмазов, получаешь 40 яблок. То есть это получается, что у нас одно яблоко стоит 1 алмаз. Так получается. Но... Мы не можем их купить вот просто так, взять и купить, то есть у нас там есть 20 лишних алмазов, да, мы идем и покупаем там 20 яблок. Потому что я уже говорил, ребята, это будет очень быстро, мы все будем прокачивать. А так как раз, смотрите, ребята, то есть мы... Ой, нет. То есть мы не покупаем алмазы, не покупаем яблоко. А мы просто даем свои яблоко, то есть нам уже нужно иметь какие-то яблоки, чтобы их умножить в два раза. Нам нужно найти где-то 20 яблок, то есть или там с деревьев, или с норлаксов, или еще с чего-то. И потом до этих 20 яблок доплатить стоимость 20 яблок, то есть одно яблоко у нас стоит 20 алмазов, то есть ты не даешь 20 алмазов за 20 яблок, а ты даешь 20 яблок, даешь 20 алмазов, и как бы умножаешь свои яблоко в два раза и получаешь 40 яблок. То есть нам нужно будет, можно сказать, мы и в два раза увеличим прокачку наших, в два раза увеличим скорость прокачку наших покемонов, потому что у нас в два раза больше будет яблок. Если у нас сейчас одно яблоко, да, то было бы два. И сейчас бы у нас было не 38 кенди, а в два раза больше. То мы увеличим прокачку в два раза, потому что уже сколько серий, а мы еще качаем вторую команду, а ей еще качаться. Ну, как не прям уж очень качаться, но через Ardu 8, Пикачу 21, Меганиму 19, потом 20, 19 и 22. Нет, и 12. Да. Ну, просто очень долго еще. И это только вторая команда, нам еще кучу покемонов ловить. Поэтому и так, ребята, мы... Не прям так сделаем, как я говорил, что мы сможем покупать яблоки и очень быстро прокачивать наших покемонов, да, чтобы прям неинтересно будет, потому что мы их будем только прокачивать с помощью Rare Candy. Но чтобы получить вот эти яблоки, чтобы получить больше яблок, нам нужно будет уже и свои иметь, поэтому я говорю, это как раз нормально, то есть мы будем... И охотиться на снорлаксов, да, чтобы получить вот эти яблоки, чтобы как-то, как-никак, но добыть себе 20 штук. И после этого мы еще и доплачиваем еще алмазы и получаем в два раза больше яблок. И это, мне кажется, ребята, так нормально. То есть нужно будет их искать, и потом мы еще сможем их... Нужно будет их искать, а после этого нам еще нужно будет доплатить, но все-таки мы получим, можно сказать, в два раза больше яблок. И это, в принципе, нормально. Ну чё, Гасли, давай. Тебя еще у нас нету, и это нормально. Генгара нам, в принципе, нужно. О, отлично, хоть ты не выкобыливаешься. Так, вот там еще один боссик. Если так читать, нам еще сейчас больше стака нужно. Ух. О, вот этого покемона у нас тоже еще нету. О, отлично. Ну, я не знаю, словится ли он, но просто, чтобы попробовать, пока мы бежим к
О, еще и словили, вообще офигенно, ребята. Три... Гасли, вот этот, спина, ладно. И вот там еще, кого мы словили? Еще кого-то одного, я не помню уже. Ух, так, где? Че бы выкинуть? У нас просто... Да вот этого куча, то есть, вот так. Отлично. Еще вот это. И это у нас там кто? Дровзи. Хорошо, что не Диглет. Потому что если Диглет, то... Ладно, Дровзи. Как хочешь. Как хочешь, Дровзи. Так, ну чё. Давайте-ка мы вот сейчас уже опять вылаживаем вот это все в сундук. Потому что у нас просто куча вот этих ресурсов. И их нужно или выложить, или продать. Так, сюда что мы можем поставить? Вот это, да? Сюда вот это. И сюда вот так. Отлично. Вот это тоже забираем. Ставим сюда. И сюда. И, ребята, идем мы все-таки вот сейчас делать магазин. Как я... Ну, не магазин, а вот эту систему. Я думаю, действительно, это нормально. То есть, как раз так будет. Нормально. Если у нас сейчас одно яблоко, нам еще нужно 19. И потом мы сможем их умножить 2 раза. И плюс к тому нам еще нужно... Мы не бесплатно их умножаем, а плюс к тому нам еще нужно и алмазы заплатить. Алмазы... Ну хотя за одну серию сколько мы выбили алмазов? Штук 15 или 20? Это в принципе тоже так нормально. О, как раз у нас есть одно место для продавца. То есть мы можем сделать и... Хотя мы можем и тут сделать. Хотя нет, тут нет уже. Тут у нас все покупается за алмазы. А хотя, не делать же отдельного продавца только для яблок, да? Поэтому давайте-ка мы его тут сделаем. Хотя, за яблоки... О, у меня есть еще одна идейка. У нас есть куча еды, которые просто нам некуда девать, потому что мы не прям так очень много употребляем еды. Вот так, 20, берем 20 алмазов, вот так, и о, еще тогда 40 яблок, да, и вот так, отлично, продавец, где ты, знаете, вот так, отлично. И ставим его вот сюда. Сейчас. Вот так. Тас, я не знаю, какое бы тебе имя дать. А, ну, покупка яблок. Вот так. Тебе бы изменить, чтобы не было одинаковые у нас, чтобы были разные. Не знаю, если честно. Так, не очень. Кунг-фу, нет, кунг-фу нам не нужен. Да пофиг. Хотя, Арктик нет. Во, вот так. Доктор! А сейчас ставим его... Ну, в принципе, да. Тут же нужно вот это все убрать. Твою мать. Сейчас. Давайте-ка мы вот так как-то станем. Нельзя ли так? Да нет, зараза. Чё бы вот тут не поднимем. Это мы тоже забираем. Не поднимем. Поднимем. Да твою ж. Сюда. Сколько у нас там было? 24 вроде. А то мы подняли, и оно... Да пускай будет вот так. Отлично. У вас там случайно есть. Вот. Да.
Так, отлично. Просто куча вот это, оно же скопировалось, и это все сейчас нужно забирать. Вот так. Сейчас, ребята, мы это сделаем. Вот так. Что тут у нас еще есть? Это мы, в принципе, тоже забираем. Главное... Сейчас бэкпак нормальный выкинуть, тот что? Я вроде тот выкинул, да? Ай, нет. Да. А, в принципе, там и так ничего толком нету. И вот это еще, да? Угу. Вот так, вот так, вот так. Отлично, это мы тоже выкидываем. И еще давайте заберем книжечки. Тут тоже их куча. Отлично, давайте... Что это? Ага, это мы тоже выкидываем. И еще забираем вот эти книжечки. И, в принципе, нормально. Чистый. Чистый у нас продавец, ребята. Отлично. Так, сейчас мы ему ставим наши вот эти торговые. Чё мы там... А, алмазы же нужно взять. С этого, с магазина. Не будем же мы свои сейчас давать, да? Вот так. И вот так. И вот так. То есть... 20 алмазов, 20 яблок за 40 яблок. Нормально. Так, сейчас давайте вот это выкинем. И все. То есть, все. О, там еще кто-то. Кто? Волтор, можно. Вот у нас, ребята, еще один НПС, в котором мы можем яблоки себе покупать. И, в принципе, нормально. То есть, вот такая у нас система будет. Сейчас нам нужно, ребята, 20 яблок. 20 яблок, чтобы потом... получить 40. И, в принципе, тогда у нас уже будет нормально так... нормально так яблок, чтобы прокачать уже нашу всю команду. И вот так будет быстрее, мне кажется. Вот сейчас. 1, 2, 3, 4. Мы 4 алмаза выбили с одного босса. Нормально. Так. Отлично. В принципе, ребята, давайте на этом уже заканчивать, мне так кажется. То есть... Словили мы вроде 3 новых покемонов. Давайте как раз сейчас посмотрим, сколько у нас там новых покемонов. О, Чаризард уже 52 уровень, нормально. Смотри, сколько у нас покемонов. Ну, не прям. А вот с этих мы не забрали шмотки, да? На них вот эти все наши шмотки. Ну ладно. Я вроде вот эти с креатива взял, потому что мои вот те потерялись. Они оказываются вот на этих. Ну ладно. Пускай будут, потом выкинем. Вот, ребят, наша первая прокачанная команда. Сейчас наша вторая, и потом, я не знаю. Ну, потом это посмотрим, то есть сейчас нам нужно хотя бы вот эту прокачать. И ловить новых покемонов. Ну, и так, новых, 3 новых покемона за одну серию, это, в принципе, нормально. Если каждую серию по 3 новых покемона, то за 10 серий нормально уже будет. По идее, да? Так. Ну, чё ты, Арбак? Опять тормозит, как мне кажется. Ну ладно, ребята, давайте уже на этом заканчивать вот эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если наберем 100 лайков, то еще одна новая серия выйдет сегодня. Так, это у нас тут кто? Пиджиот. Давайте еще вот этого убьем. Где? Где? Вот. Тусуется тут с милтанками. И вот так, отлично. Ой, ну в принципе тоже можно. Давай, водичка его побей там. Отлично, еще 2 алмаза. Говорю, ребят, за одну серию мы там по 25, по 30 алмазов получаем, если вот так считать. А, так, сейчас. Почти. Ну, в принципе, ребята, давайте уже на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.